Приветик. Нет, я не плачу. Справа, но да, из Киева. Блин, жаль, что нельзя в ТикТоке сделать, чтобы типа там написать именно. Вопросы, которые, чтобы типа не пропускал ТикТок. Чатте. Да меня кто-то понял. Да, не плачу. А ты не плачу? Что? Вот. Я бы написала пару вопросиков, блядь. Можно? В смысле, можно? Да. У меня бы не было вопросов. Вы сестры? Что делаешь? Потому что еще такое интересное. Хай. Ай-яй-яй, Юля. Да, просто вообще. Ну да, уже ничего не напишет, блядь. Нет, будут писать не что делаешь, а чем занимаешься. Привет. Be happy. Не спамьте, блядь. Я закончу через 4 минуты, блядь. Нихер мне тут сидеть. Я вызываю, короче. Окей. Я сейчас закончу, еще что-то хочу хвануть и ехать. Что-то такая злая. Ну просто меня бесит. Все, не знаю почему. Это просто, блядь, бесит все. Вот нахуй, просто хочется кому-то въебало плюнуть. Шучу. Я так типа не употребляю такую лексику. Это было так мимолетно. Хочу. Хочу войду. Блядь, смесь губы стёрлась. Ты меня любимая. Что у меня нахуй с телефоном? Я его сейчас об стенку кину. Хочешь в рот? Хочу очень сильно. Чем можно вкрасить твое сердце, чтобы оно наполнило меня светом тандемы? Восемнадцать. Качество камеры топ. Да вообще, блядь, мне тоже нравится. Инфакт твой телефон. Какой будет делать? Да. Что такое срочно? Что случилось? Ничего не случилось. Трансляция с Ксюми, да, блин. А что, он прям только что лагал или как? Я просто не поняла, что случилось. Или сейчас что-то все плохо, я не понимаю, на чем вы, блядь. И так знаешь, что все хуево.
Мальчики, тут девочка. Вспомнил. Шучу. Не бойтесь, кринж. Качество плохое. Я с Киева. Че, блядь? Хай. Так мы сейчас едем к Миколе. Она же просто едем гулять. Хай. Спасибо за 5 гривен, Александр. Тебе мои сообщения приходят сверху, когда я пишу. Да. Спасибо за розу. Давай вместе погуляем. Да, про ничего будет. Ого, Александр! Я так розумію, це хто? Це хто, я думаю? Дякую! Боже мій, Александр, що твориш? Дякую. Я в шоці. Вообще, що це було неожиданно. Ми неплохо погуляли би. Ну да, дуже неплохо. Привет. Какого? Только... Блядь, мне не пришло еще раз. Она очень быстро, короче, свернулась. Ладно, короче. Я тоже буду уходить, потому что мне надо через 8 минут такси вызывать. Сейчас не буду банить, потом мне все объяснишь. И я его, типа, спросила тогда на тот момент, как дела. Ладно. Бин, куда ты? Я гулять иду.